Ух ты, нам новую тачку скинули. Ничего себе, я думал, мы будем на старой тачке ездить, на хищнике. Нет, у нас всегда новая тачка. Эй, никто меня не обгоняет, я сказал, никто не обгоняет. А, да, есть, этого сбили, этого ракету не загасим. Всем привет, ребятки, вы на канале Никита ТВ Геймс, и сегодня мы поиграем My Track Challenge. Игра, которая очень похожа на машина, ест машину, третью часть. Как вы помните, ребята, мы уже здесь прошли практически все с вами локации, но в последний раз мы не смогли победить босса в Трансильвании. Поэтому, возможно, попробуем сегодня еще раз к нему вернуться. И сейчас мы, ребята, с вами будем проходить последнюю локацию. Это Немезида. Я вам хочу сказать, что я нашего хищника прокачал практически полностью. Смотрите, колеса на максимум у нас, ракеты, подвеска, броня и нитро. Все на максимуме. Только осталось нам моторчик, ребята, подсобирать. 7200 стоит. Плюс у нас, смотрите, таран тоже. Все куплено. Так что, ребята, давайте сейчас нашим прокачанным хищником будем проходить Немезиду. У нас 38 уровень, и нам здесь нужно, ребята, выиграть гонку и уничтожить 6 врагов. Ну что, ребята, смотрите. Ух ты, нам новую тачку скинули. Ничего себе, я думал, мы будем на старой тачке ездить, на хищнике. Нет, у нас всегда новая тачка. Прикольно. Ну давайте будем новой тачкой потихонечку проходить и всех мочкарить. Классно. Смотрите, в принципе, тачка такая нормальная, да? Юху, я всех сбиваю, ребята. Да, отлично. Ух ты, а что там такое взорвалось-то, а? Поднимайте, получайте. А, так какие-то, смотрите, зеленые камни катятся. Так, сколько мне еще осталось? Две тачки, да, сбить? Вау. На-на-на, получай, есть. Все, ребята, мы всех сбили. Теперь можно спокойненько ехать до финиша. Так, возьмем нитрочку. Полетели к финишу. Так, возьмем еще ракеты, хотя нам уже это никого не надо. На, а, о, я буду их сбивать, точно, с зеленой штучки. Это бомбочки, нет? Не бомбочки, думаю, просто бомбочки у нас лежат. Все, ребята, мы назад в свой звездолет вернулись. И сколько нам тут начислили? 1000 монеток, неплохо. Итак, что мы прошли? Да, 38 уровень, ребята, мы прошли. Так, подождите. А почему у нас другая тачка? Непонятно. Почему не хищник? Почему у нас защитник? Смотрите, ребята, защитник. Нам почему-то дается защитник на этом уровне. Ладно, непонятно, конечно, но давайте дальше проходить. Или попробуем пройти, может, 36 уровень. Попробуем, может, победить босса. Давайте, ребята, попробуем победить босса, того, которого мы победили. Тем более, у нас сейчас уже практически полностью прокачана наша машинка-хищник. Давайте один разок попробуем. Итак, битва с боссом. Ну попробуем. Ребята, давайте посмотрим. У нас... Ай, мы не можем его догнать. Хотя у нас же точно, у нас же нитро супер прокачано. Давайте сейчас мы будем догонять. На-на-на-на, получать ее. Кучу ракет я в него шмальнул, ребята. Кучу, просто куча, еще одна куча. А ему хоть бы что. Кучу ракет в него кидаю. Ладно. На тебе еще тоже кучу ракет. Да что ты сделаешь, да? Никак не хочешь, ребята, погибать. На тебе еще кучу. И вот кучу ракеток я ему подавал. На тебе еще одну. Еще одну ракету, ребята, я ему кинул. Ну, но мы собираем все ракеты, так что, в принципе, к нам претензий быть не должны. Ах, эти полышки. Давай. Хищник, догоняй его. Прикол. На тебе еще. Ой, ребята, я обогнал. Его не надо было выгонять, потому что, как вы знаете, тогда он начнет пускать ракеты. Так, спокойно, только не обгоняем. Только не обгоняем, ребята. Фу, взял жизнь. Хорошо. Догоняем сейчас еще, и на тебе еще ракетами. Не хочет он, ребята, никак не хочет. На тебе еще куча ракет. Да что ты сделаешь-то, а? Эй, иди сюда. На тебе. Сколько там у него осталось? Чуть-чуточка, ребята, у него чуть-чуточка жизняки. Давай, догоняем его. Ну же.
На. Есть, ребята, мы его сделали, мы сбили босса. Фух, самый последний момент, ребята, мы его сбили, отлично. Да, ребята, мы прошли босса. Фу, классно. Да, готово. Мы сделали босса. Отлично. Ну что, давайте тогда проходить дальше нашему немезиду. Так, следующий уровень. Куда нас сейчас наш звездолет принесет? Что, погнали? Поехали, ребята. Уху. Кстати, я не почитал, что нам здесь надо сделать-то. Что надо сделать, ребята? Ладно, просто трагазуем и всех мочим. Да, всех мочим. Надо, может быть, что-то собрать. Я смотрю, какие-то 3-0 из 3 собраны где-то что-то, да? Ладно. А, смотрите, просто надо было забить другого. Да, отстань ты от меня. Едем потихонечку, едем. О, взяли нитро. Хорошо. А, получай. И ты тоже получай, есть, ребята. Так, сколько-то осталось там тачки? Еще 2 тачки надо снять, да? Юху! Знаете, еще одну ракетку выпустим. Да, взорвался, взорвался, дружище. Ну что, последний ударчик. На. Есть, все, ребята, мы сделали их. Мы их сделали, и теперь спокойно едем до финиша. Но надо еще что-то собрать нам. Что-то надо собрать, ребята, 2 из 3. Так, ладно. Может быть, что-то увидим по дороге. Собираем. Пока ничего нету. Поехали быстрее. Юху! Так. Ничего мы не видим. Ладно, потом еще раз что вернемся на этот уровень и пройдем его. Более подробно почитаем информацию. Да, не собрали мы, ребята. Что-то надо было собрать нам. Идем дальше. Давайте посмотрим. А, надо было, ребята, 3 врагов тараном уничтожить. Ладно, ничего. Потом мы это сделаем. Давайте следующий, 40-й уровень. Уничтожить 5 врагов. Ну, в принципе, я думаю, не так сложно. Ну что, давайте сейчас мы этих 5 врагов раскатаем. Тем более, тут никакого тарана не надо. Нам делать просто газуем и ракетами будем вот так вот напихарить. Вроде бы, ребята, ничего сложного. Ну давайте посмотрим. Вдруг какие-то... Как всегда, нежданчики. Ух ты, таран! Ну тут хороший таран, я вам скажу. В смысле, как мы тараним. На, получай. Так, таран нормальный. Так, нитрочку буду взять. Ракеток-то много. А вот нитрочки мало. На тебе еще ракеток, еще. И еще ракеток. Тебе тоже надо ракеты, да? Это кто, ребята, остался? Последний чувачок, да? Йоу, полетели. И ракетки надо. Ребята, надо срочно ракеты, надо догонять его. Мне надо нитро. Есть, нитро взяли, фу. На тебе, получай. Есть, все, готов. Фу, ну да, уже становится сложнее, ребята. Уже становится сложнее. Надо прокачивать тоже эту тачку, походу. Так, давайте перейдем в гараж, ребята. Посмотрим, мы можем прокачивать эту тачку или нет? Нет, мы ее не можем прокачивать. Да, конечно, как же мы будем проходить дальше? Ну ладно, давайте попробуем дальше 41 уровень. Уровень уничтожь 3 яйца. Давайте попробуем. Ну что, начинаем, ребята, охоту на яйца. Нам надо 3 яйца найти где-то. Надеюсь, они сейчас будут эти яйца сами нам попадаться. Пока никаких яиц нету. Наверное, надо было по низу ехать. Там, возможно, были бы яйца. А вот яйцо. Есть. Нет. Это не яйцо, ребят. Я думал, это яйцо. Давайте здесь внизу проедем. Ух ты, ух ты, кто-то хотел меня сапнуть. Где яйца-то? Вот яйца. Есть, одно яйцо сделали. А почему нам в тот раз не засчиталось? Вот еще одно яйцо. Есть, 2 яйца сделали, ребята.
Почему тогда яйца не засчитались? Они засчитались, три яйца, все отлично. Ускоряемся, ребята, ускоряемся. Давай. Ой-ой-ой, тут пойду понизу, да. Мне надо ракетки, просто надо ракетки, ребята. Ну же, где ракетки? Ух ты, меня кто-то гасит там, на тебе. На тогда, получай. Эй, никто меня не обгоняет, я сказал, никто не обгоняет. А, тогда есть, этого сбили, а этого ракету не загасим. Тут все, ракеток нету. Эй, ребят, у меня сейчас жизнь так закончится. На, тогда тебе получай. Фу, ниточку взял, хорошо. Эй, нет, увы. Вы, ребята, вторые приехали, не выиграли гонку, ладно. Ничего страшного. Пока вроде получается проходить. Пускай не очень чистая тюрьма, но проходим. Что у нас? 42 уровень. Что здесь нужно сделать? Пройди за 65 секунд. Ого, ну давайте попробуем. А, давайте зайдем еще в гараж. А, ну да, смотрите, ребята, можно защитника прокачивать. А, то есть... Подождите, я защитником играю. Я играю защитником. Почему не хищником? Ведь почему-то только защитником. Ладно, давайте попробуем. 65 секунд. Итак, нам надо за 65 секунд успеть уложиться. Так, давайте всех этих отодвигаем, чувачков, чтобы нам никто не мешал ускоряться. Йоу, так будем флипчики делать. Для того, чтобы нам ниточка добавлялась. На тебе получать, никто меня не тормозит. Я сказал сразу, никто не тормозит. Даже не смейте меня тормозить. Вот скорость падает. Так, можно проеду. Отлично, пока идем хорошо, ребята. Очень хорошо идем. Есть, как у него флипчика. Есть, нам дали нитрочку. На тебе. Не тормози меня. Хотел меня затормозить, кулачок. Так, ребята, еще 20 секунд. 20 секунд. Да, есть, взяли нитрочку. Хорошо, нитрочка есть у нас. Ох, ребята, в дом мы успели. Отлично. И еще и первые при этом приехали. О, все было сделано чисто. Ну что, ребята, у нас осталось буквально 3 уровня и уже будет босс Немезида, но наша тачка с вами абсолютно не прокачана, поэтому придется мне немножко тоже поиграть на каких-то старых уровнях, подсобирать немного деньжат, ребята, и чтобы хотя бы купить какие-то, может, ракеты. Потому что мы когда встретимся с Немезидой, я думаю, мы ничего не сможем ей сделать. Так что на этом пока все, ребята. В следующем видео прокачаем нашу тачку и будем сражаться, пробовать с Немезидой. На этом все. Если вы любите мой трек-челлендж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорого. Пока-пока.